Друзья, с вами ваш любимый канал «Вкусно и дружно». Всем привет! Друзья, у нас на дворе уже октябрь. Возникла необходимость пополнить запасы бытовой химии и немного продуктов. Сейчас, друзья, мы вам все подробно покажем и расскажем цены. Всем привет! Вот такие покупочки у нас сегодня. Купили туалетную бумагу. 12 рулонов стоит 370 рублей. Это, друзья, выгодно. Это все покупалось по распродаже. Да, друзья, на одном из маркетплейсов была большая распродажа, и мы так выгодно скупились. Купили бумажные полотенца. Они тоже здесь 4 штуки, они тоже по распродаже 250 рублей. Купили вот такой бальзам для мытья посуды. Стоит он 151 рубль, но здесь 900 грамм. Нам он нравится. И сравнительно недорого. Чистящее средство купила, потому что все уже вышло. Биолайн. Стоит он 74 рубля. И чистин стоит 65 рублей. Вышло уже совершенно шампунь. Купили вот такую шалму, она стоит 189 рублей. Чистая линия купила, это тоже 169 рублей. Вот такая чистая линия с крапивой для укрепления волос. Вот три шампуня купила, потому что вышел, давно не брали и уже закончился. Когда не пополняешь запасы, они быстро заканчиваются. Оператор купил себе. Ты не оператор. Друзья, ну как же без нашего любимого друга и су-шефа Персика? Все контролирует, абсолютно все, под его контролем. Даже покупка бытовой химии без него не обходится. Купил пенку для бритья. Это гель. Извиняюсь, гель купил себе для бритья. Стоит он 270 рублей. Ну что вы, дезик купил. Оператор себе мужской, ему нравится, Дионика, стоит он 230 рублей. Купили вот такое чистящее флора универсальное по 400 грамм в каждой упаковочке, стоит он по 60 рублей. Пожалуйста, женскую Дионику, это дочка себе взяла, стоит она 250 рублей. Вот так мы набрали сегодня химии. Химию, друзья, и средства гигиены мы, конечно же, покупаем не на один месяц. Я думаю, того, что мы с вами сегодня купили, будет достаточно даже на 2 месяца, возможно. Нет, это где-то шампуни больше, чем на полгода. Ну, смотря что, чистящее месяца на 2. Ну, от 2 до 6 месяцев, друзья, такой запас бытовой химии и средств гигиены. Купили крылышки. Сегодня на крылышке была акция. Купили на 317 рублей. Стоил килограмм 150 рублей. Крылышки мы очень любим. Замаринуем и будем кушать. Вы видели, друзья, на нашем канале наш фирменный рецепт приготовления крылышек. А кто не видел, обязательно посмотрите. Надеемся, этот рецепт вам понравится. Мясницкий ряд, фирмерские сосиски. Они стоят 140 рублей. Ну, нам нравится, дочка их любит. Долго будешь тут сидеть? Купили вот такой арбузик, огонек. Арбузы мы брали уже в этом году, но огонек берем первый раз. Он по 45 рублей. Вот такой большой, тяжелый арбуз. Лошу. В прошлом году, друзья, мы брали огоньки, они были очень вкусные. Очень вкусные. Надеемся, и в этом году их вкус нас также порадует. Цена его 35 рублей за килограмм, друзья, этот арбузик на 250 рублей. Ну ты долго будешь тут сидеть? Уходи. Прогоняют су-шефа, занимает он площадку для выгрузки товара. Вот такую цветную капустку купили, эта дочка любит. Нравится ей, приготовим. Она 70 рублей, последнюю мы забрали. Вот эта капустиночка на 30 рублей. Вот такую дыньку купили. Вот, дынечка по 45 рублей. Но она здесь немножечко придавлена, поэтому по 45. Так дыньки по 90. Вот эта дынька на 85 рублей. Ну и как я должна с тобой бороться?
Капустку купила. Купила вот такие небольшие две капустки. Будут у нас голубцы. Фирменный рецепт голубчиков, друзья, на нашем канале также есть. Мы вам показывали. Обязательно посмотрите, если еще не видели. А если видели, то попробуйте наш рецепт. Уверены, вам должно понравиться. Капустка по 65 рублей. Вот это на 120 рублей. Вот такие у нас сегодня большие закупочки. Масштабные. Купили печенька. Печенька недорогая, была акция. Печенька эта стоит 82 рубля. Вот этот кулечек на 42 рубля, а вот этот на 54. Чайком. От комаров купили пластиночки. Они по 30 рублей. Несмотря на то, что, друзья, у нас октябрь, но комарики очень хорошо себя чувствуют, потому что погода у нас солнечная и достаточно теплая. Вот такие купили прищепки. Вот эти прищепочки 60 рублей десяток. Когда вешаешь, мы живем на третьем этаже, и они имеют свойство падать на первый этаж. Никто за ними, ясное дело, не спускается, и поэтому их стало немного. Вот купили. Также купили зубную пасту. Вот так. Промис купили. Плюс 20 грамм. Здесь написано, дали нам бесплатно. Стоит она 110 рублей. И парадонтол вот такой. Этот стоит 135 рублей. Купили веревочку. Может пригодиться. 10 метров 30 рублей. Ушные палочки. Они 25 рублей. Здесь 100 штук. 50. 50, вот говорит, 50 штук. Ну, они деревянные, намного лучше, чем пластиковые. Ну, спички купили, это как всегда. Спички, друзья, по 25 рублей. Купили вот такие емкости. Вот. На запекание. И вот такие. Никогда, друзья, в них не готовили. Вот будет у нас дебют, постараемся вам что-то обязательно показать. Это порционные, небольшие, что-то с печь. Ну, придумаем что-нибудь. И постараемся вам показать, вам друзья. Показать обязательно, когда придумаем, что приготовить. Ну, как всегда, лавашик, бо на завтра заказана пицца. Это оператор. А кто не любит пиццу, друзья? Я думаю, среди нас таких нет. Голландский сырок купили. Он сегодня тоже был по акции, по 600 рублей. Вот этот кусочек на 128 рублей. А вот этот на 124. Купили два кусочка. Майонезик. Нам он нравится. И су-шефу нашему нравится. Он его лижет. Значит, уже натуральный. Это об этом говорит. Он тоже был по акции. 89 рублей. Как всегда купили. Мурчик для нашего Персюши. Мурчик для тебя. Купили имбирь молотый. У нас любит дочка пить с кофе. Крахмал купили. Мы его добавляем, когда что-то готовим, чтобы не напитывалось тесто жиром. Купили роллтон. Заказ был. Рекламу показывают по телевизору. Дочка сказала, давайте купим, попробуем. Купили грибную и куриную. Она по 30 рублей. Ну и купили вот такой красивый перчик. Перчик купили недорого. Перчик купили по 50 рублей. Ну, перец. Гляньте, какой красивый перец, всегда пригодится. Может быть, лечо сделаем, может быть, заправку на борщ. Ну, что-то приготовим. Вот такие наши покупочки на сегодня. Друзья, вот такая масштабная закупка бытовой химии, продуктов была у нас сегодня. Мы стараемся покупать в последнее время побольше, потому что цены от покупок до покупок у нас очень сильно растут. И хочется иметь какой-то хотя бы небольшой запас. Поэтому вот такие
последнее время вы видите масштабные, объемные закупки. Ну, я думаю, многие согласятся, что так намного выгоднее. Спасибо, друзья, что вы были с нами, посмотрели наше видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк нашему видео, оставить комментарий. Главное, друзья, готовьте вкусно и дружно, делайте ваши покупки с удовольствием. Всем мирного неба над головой, друзья, отличного настроения, здоровья. И до новых встреч, мы не прощаемся, скоро обязательно увидимся. Всем пока-пока, друзья!